друзья, продолжаем композиторские читки. И сейчас у нас Илья Вязов из Москвы с сочинением Нинель Эпертна для кларнета, скрипки и виолончели. Где Илья? Вот. Давай, Илья, скажи слово. Сейчас, Катя, я не знаю, что сказать. Ну, хоть что-нибудь. У кого ты учишься? Не, учусь у Каспарова. Вот. Мне кажется, многие знают. Красивая музыка плохого композитора. Вот. На самом деле все не так плачевно. Вот. Я здесь пытаюсь как-то поломать свою привычную зону комфорта, потому что я всегда обычно пишу, расписав четкую такую схему, вот, которую я потом детально заполняю. Ну, в общем, все абсолютно просчитав. Здесь я ничего подобного не сделал. Я просто, ну, как писалось, так пошло. Вот. И для меня это какой-то новый опыт абсолютно, такой немножко интуитивный. Вот. Так что, ну как-то так. Thank you.
же, есть моменты, которые расходятся с практическими моментами. Например, вот вы имеете в виду вот этот снятый звук, вот этот скин, да, и еще сультаста, и еще двойной флажолет. А на скрипке все флажолеты, ну, вообще, в принципе, на струнах, на скрипке в особенности, они требуют такого как повышенного, подробного звукоизвлечения. И для того, чтобы попадать в фокус, то есть не все флажолеты хорошо берутся двойные, это как бы двойная сложность, да, для исполнителя. Вообще рекомендовано, и всегда все будут исполнители стремиться играть у подставки, да, потому что сультаста экстремальное, которое вы предлагаете, и особенно с снятым флаутанда, это не будет флажолет никогда. Да, то есть поэтому, вот, например, ну, вы можете просто, может быть, не так настойчиво обозначить свою какую-то позицию, но в принципе, особенно еще тремоло, понимаете, и тремоло на три пиано. У меня конкретно вот в этом месте нужен был шорт. Просто мешочек. Не точно шорт, да. Просто чтобы взять, потом просто въезжается же в этот звук, да, то есть чтобы просто скат взять. Ну подождите, этот шорох, он в принципе всю пьесу продолжает. Берется один флажолет, он играет 13 тактов. Ну он почти всю пьесу, на самом деле. Да, он почти всю пьесу. Вот. И вы хотите просто, чтобы он как-то изменялся. Ну да, то есть как бы он изменялся именно то, что он иногда он проблескивает, да, то есть он, иногда он слышится, не всегда. То есть когда, как бы, когда написано скин, сультаста, перепианы и и тремоло, я прекрасно понимаю, что это скорее будет просто шорох введения смычка. Просто то, что вот конкретно то, что удобнее скорее взять вот ближе к подставке, флажолет, ну, да, конкретно. Просто видите, вы очень как бы посвящаете этому большое внимание, и целый этаж вот этой вот, вот пунктирной линии всегда, и иногда, вот, например, в 31-м такте у нас три этажа пунктирной линии. В общем-то, ну, просто это добавляет ряби в глазах. То есть подумайте, как это можно записать по-другому. Может быть, вообще сделать какой-то комментарий. Ну, смотрите, если, допустим, в Дармштадте начнут играть вашу пьесу, они будут прям в каждом такте заморачиваться, чтобы смычок вот строго сейчас сюда пошел. Вот, и может быть, так оно и надо. Но, может быть, просто изначально сделать комментарий, что вот должно звучать вот так, да? Давно проблескивает. Путем, как бы, вот, хотите, как меняйте, но вот, то, что сейчас это просто очень сложно. Да, и вот ту как бы, красоту, которую вы хотите создать, мы не можем, потому что мы разбиваемся вот эту вот технику, которая в общем, не всегда оправдана и не всегда нужна. Вот, и потом, значит, тоже 19 так, видите, очень красивые как бы, флажолет, такие сочетания. Мало времени, чтобы поставить, чтобы они прозвучали, это красивые как бы, да, созвучия вы придумали. Но нужно их использовать тоже с умом, то есть, чтобы не испытать вот это вот, как бы, стеклянное благословение, уже дайте больше времени. Как бы. Потому что это очень быстро, и вы хотите, чтобы еще изменялось звуковедение в этот момент. То есть будет паника и ерунда, красоты флажолетной не будет. То есть, ну, думайте об этом. Если вы используете двойные флажолеты, тем более сложные, как бы не хрестоматийные, значит, должно быть красиво. Чтобы было красиво, дайте время. Больше, да. Вот. И вот эти комментарии к нужному звуку, я думаю, что в случае с флажолетами не совсем удачное решение. Можно? Да. По поводу флажолетов вообще, в принципе, не все пьесы. Лично мне, не знаю, как тебе, но лично мне неудобно читать две строчки сразу. Вполне будет достаточно, если с самого начала просто будет вместо вот этого скрипичного ключа и того, что должно звучать, просто то, что я должна играть. Строчка того, что я должна играть. Я просто пока был так занотировать, это выглядит. Ну, вот так гораздо сложнее читать, и гораздо неудобно. И пока ты ищешь, ты значит, понимаешь, так, это я должен сыграть, значит, сейчас я должен так. А, вот то, что я на самом деле должен там, типа. Ну, то есть это. Ну, просто как бы одна строчка со звуковым результатом называется аппликатура. Можно избежать. Да. По какой-то одной строчке, вот мне лично вполне достаточно одной. То есть тут нет. Ни скордатуры, ничего такого особенного, для чего мне нужна вторая строчка. И вполне, мне вполне достаточно, ну правда. И учитывая то, что действительно все время вот эти вот линии, куда мне нужно смычок, куда я сейчас должна вести вот это все, ну, в общем, это вот не будет. Еще такой вопрос, а вот, ну ладно, так номер 14.
обычные черточки, но тем не менее можно заменить либо басовым, либо теновым ключом. И это будет гораздо удобнее для чипки. Ну, вообще, кстати, вот по поводу записи, да, двойные флажолеты же не в 21 веке придумали. Вот. Но почему-то решили записывать их совсем по-другому и сложнее для восприятия. Посмотрите по Ганине, просто его ноты, да, как они записывали двойные флажолеты. По поводу записи вот конкретно скрипичной партии, я консультировался с Глебом Хохловым, он попросил отдельно написать аппликатуру и звучание. Но в принципе, по аналогии я сделал галочную партию. Если как бы считается, что ну, вы предрасположены к тому, что вашу музыку изначально играют люди с высшим образованием, запишите как в академическом репертуаре. Это будет сразу как бы снимет стресс. Ну, это можно записать на одной строчке адекватно нотации 19 века. Не надо как бы усложнять, у вас здесь не настолько сложно. Вот. Я всегда тоже рекомендую. Ну, либо ставьте. Просто нотацию пишите, флажолет, и как бы исполнитель, он грамотный, он знает, как это сыграть. Либо записывайте сразу уже в аппликатуру, которая вам нужна. Можно вообще, в принципе, написать несколько партий, одну для таких людей, которые хотят, так и других. Нет, ну здесь же в основном все как бы такие простые консонанты в созвучии. И вы их записываете, как будто бы, да, сейчас нас ждет там, не знаю, фильма как минимум. Вот. Поэтому как-то так. А в целом, да. Да, мне очень понравилась пьеса, спасибо большое. Вот. У меня такой вопрос. Все-таки вот не ошибка ли, что вы так кларнет в четвертой октаве используете? Да, флажолет. А что это значит? Зубной звук? Да, как это вообще на зубах? То есть основной тон на зубах или флажолет. Но вы же понимаете, что эти звуки, они не будут звуковысотными по точности того, что записывается. Уж попасть на эти ноты цель. Это будет просто свист. Свист такой абсолютно сказуемый, без какой-то, без высоты. Поэтому лучше, мне кажется, вот, что вот в этой фактуре просто записать ноты октавы ниже. Это вот красиво звучает, но как я сейчас практически все и не играл. Я несколько раз попробовал, как это будет, попасть на кино практически не могу. В теории они есть, конечно, да, там, аппликатуры подобрать, там, это, но это невероятность. В общем, диапазон кларнета до 4 октавы, такой нормальный рабочий диапазон кларнета. Вот выше писать не надо, лучше не надо. Ну, до ре вот иногда встречается, до ре 4 октавы. Очень редко. Редчайший случай. Особо там звукозвучение. Вот до 4 октавы выше не надо. Такая детская болезнь немножко такая. Загнать куда-то там духовой инструмент, бог знает куда. Теперь, значит, еще раз знаете такой вопрос. Вот вы пользуетесь вот этой Гарбарин. Методикой Гарбарина, да. Ну, вот, вы не ученик Каспарова случайно. Да? Потому что он всем дает эту методику. Потому что я все эти мультифоники и двойные ноты я предъявлял с флорентистом, я думаю, брались на буфе, и я думаю, что у вас нет. Нет, тут инструмент тут ни при чем. Дело в том, что Гарбарина. Итальянский флорентист, он пишет для итальянского флорентиста. Да, мы поправили там аппликатуру, мы заменили клапаны, да. То есть там без этого 17-го клапана там где-то заменили наши аппликатуры. В курсе там, да. Значит, надо все это исправить, да. Да. Все исправить эти аппликатуры. Ну как бы они тут исправлены. Исправлены, да, но да. Не те звучат. Но ноты не те звучат, да. Да. А вот того флорентиста, который нам пробовал, все то звучит. Да? Да. То есть, ну как бы там вот есть аппликатуры, например, вот. Звучит фактически. Да, вот те, которые двойные ноты, там они вместо 16 клап на 17 написаны. Но как бы 17-го нет, мы 16 не всегда изучали именно то. 16? Ну у вас написано 17 клап. Нет, мы 16 было. Это первая терция, фаде связи. Это 43-й так. А, да, со 16. 16-м берется? Да. Там вместо ля диеза си звучит. А с кем же вы выбрали? Что это? Ну, студент. А? Студент. Друг. На курсе. В Москве? Да. Может, вы просто не прислушались? Звучит коротко, практически. Не, ну я записываю. А? Я записываю. Да? Ну,
через ВКонтакте тоже. Олег Юрьевич, да. Олег Юрьевич, у меня вопрос детский абсолютно. Я, честно говоря, может быть, просто не знал. Первый раз вижу, чтобы рекламы-то по своему ключу написали. Ну, да, это, конечно, для чтения это не очень удобно. Обычно даже все скрипит. Лучше списать, да. Но это встречается в классических партитурах, и у Малера, и у Штрауса. Ну, как обычно. Для экономии линеек там они пишут по своему ключу. Но читать неудобно. Лучше в скрипичном ключе партитуры. Очень добавочно. Это бас парник лучше, даже мы записываем басу. Потому что там много добавочек, если это дота, и сразу как-то глаз схватит. Там лучше басу. Парник лучше. Так вот, я хотел сказать, 46-й, да? Да, я уже... Понятно, да, вот это радиес, это лучше тоже такого. И вопрос такой, 49-й, я правильно поняла, что это не флажелет? Или это просто не какая-то работа? Потому что я всегда выбираю этот флажелет. А, почему это флажелет? Не, это обычная, да, обычная головка. Какая была идея во временной организации этой пьесы? Честно сказать. Как вопрос задал. Красивый тянучек. Отлично. Вот вся примерка. Смотрите, в общем, что я хотел бы сказать. У нас вот как, опять же, то есть как я это услышал один раз, да, я там второй, третий раз, у меня, скорее всего, будет другое восприятие, но так или иначе. Для меня очень срабатывает то, что вначале есть разное соотношение между звуком струнных и духовым инструментом, да, создается одна ситуация, которая имеет какую-то инерцию того, как это, как такой материал может быть во времени. Да, если у нас сейчас очень как-то грубый, очень коротко, грубый рассказ про музыку, скажем так, акустический звук, который похож на то, что мы хорошо знаем, у которого есть определенные фазы того, как он происходит. В конце пьесы есть много звучаний, которые могут существовать во времени с каким-то другим свойством. Да? Вот звук, который просто может существовать 5 часов. Вот я бы предложил посмотреть с этой стороны, как форма пьесы живет относительно того, что материал предлагает, как то, что мы определим, возьмем какой-то фрагмент, выделим, скажем, материал, как это может существовать во времени и как это соотносится с другим. Да? То есть, скажем так, потом посмотреть на это с этой стороны. Я не очень представляю как бы соотношение с предыдущим способом работы, да? То есть, возможно, как раз есть, то есть в последовательности разных пьес, которые что-то делают до этого, возможно, есть какой-то ваш свой поиск того, что делать как раз во время. Вот. Просто потому что я послушал, посмотрите со стороны таким образом, да? Потому что определенное, опять же, оно не то, что электронное звучание, но если у нас нет какой-то связи с явно узнаваемой вещью в темпе, то у нас нет какой-то инерции того, как это живет во время. Потому что у нас огромный слуховой опыт, и та инерция того, даже с огромным количеством того, как это уже преодолевалось и в какие формы переросло, все равно так или иначе то, что похоже на акустический звук, оно предлагает какое-то одно время, а то, что не похоже, оно предлагает не такое деревянное, такое наследие. Да? Вот посмотрите на это с этой стороны, я надеюсь, может подать какую-то свою структуру. Вот. В целом мне понравилась пьеса, очень здорово детализирована, и прослушано звучит все, в общем, тоже без разбора. Вот. Спасибо.